Этот дрон может нести на себе 14 литров биологического препарата. В воздухе он находится до 30 минут без посадки. За это время он может обработать около 5000 квадратных метров. Его главное преимущество – максимальная эффективность даже в самых труднодоступных местах. Это приспособление используется уже второй год. Всего у специалистов на вооружении 4 таких беспилотника – 2 больших и 2 малых. Маленькие в труднодоступных местах, где большой, в принципе, не может, потому что из-за низко висящих деревьев, также на узких плавнях, маленький он более маневренный и способен пролететь в труднодоступных местах. Дальность полета у него до километра. На практике показало, что это очень перспективное дело. В любых труднодоступных местах, по навским плавням, также по клещевой обработке. В тех же местах, где роботам пролететь не под силу, специалисты работают с ранцевыми опрыскивателями. В период подготовки к курортному сезону в зоне особого внимания территории детских санаториев и пансионатов. Противокомаринная, противоклещевая обработка, а также распыление препаратов против грызунов. Это обязательное требование перед заездом детей на отдых. Начали мы обработку с начала апреля. В общем, обработано около 60 гектар обрабатываемой территории. Клещи активизировались раньше срока, то есть где-то в начале апреля, даже в конце марта уже были зафиксированы случаи обнаружения клещей. Дезинфекторы напоминают, профилактические работы необходимо проводить во всех местах детского отдыха. Уже совсем скоро в санаториях ожидаются первые заезды маленьких гостей курорта. Поэтому все необходимые подготовительные работы нужно успеть сделать до конца мая. Руслан Душевский, Анапа регион.